Открытое первенство по плаванию кролем среди детей и подростков состоялось в бассейне «Нептун» на улице Гагарина. В состязаниях приняли участие ребята возрастных групп от 9 до 17 лет, как из нашего городского округа, так и из соседних муниципальных образований. Среди самых маленьких участников состязаний однозначно самыми сильными оказались ребята из «Звездного городка». Они, как и другие участники первенства, показали результаты, с которыми уже можно выходить на соревнования более высокого уровня. Областные и даже федеральные. Третьеклассница Вероника Ткаль проплыла кролем дистанцию 50 метров за время 37,66. Она и другой третьеклассник из «Звездного городка» Юра Никитин не оставили никому из сверстников никаких шансов на победу. Они и в плавании кролем на груди, и в плавании кролем на спине заняли первые места. Плаваю кролем на груди, кролем на спине, брасом и бутерфляем. Меня тренер иногда и хвалит, и ругает. Эти соревнования проводили тренеры, преподаватели дополнительного образования. Бассейн находится на территории школы номер 12 имени Валерия Чкалова. Первенство «День кролиста» проводится ежегодно. Ну а результаты у ребят самые разные. Скажите, сегодня соревнования, которые прошли, вот они показали результаты. Эти результаты, они становятся, я так скажу, знаете, по каверзный вопрос задам, с каждым годом лучше или нет? А вы знаете, из года в год как-то по-разному. Иногда бывает, что выстреливает сразу какая-то звездочка, и ее сразу видно. А иногда спустя 2-3 года этот ребенок показывает хорошие результаты. Как-то предугадать, невозможно этот процесс. Однако самый главный результат этого первенства – это то, что все его участники теперь знают, за какое время они могут проплыть 50 метров. Лучшие юные спортсмены поднимались на спортивный пьедестал и получали самые настоящие медали. Но важнее всего для ребят была поддержка родителей, которых в бассейне «Нептун» было даже больше, чем самих участников заплыва. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.